Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, заберем 10 тысяч монет. Оперативная разблокировка сундука. Не знаю, что за оперативная. Блин, у меня опять тут ничего не открыто было, да? Ладно, сейчас мы это все дело вскроем. Посмотрим, пока я ничего тут хорошего не вижу для нас. Да, крылья и тому подобное. Так, здесь бесплатный сундук тоже нам ничего хорошего не дает. 102 тысячи монет у меня всего лишь. И я поехал, ребята, до 6 тысяч кубков. Так, результаты. Заберем, чего заберем? Что-то да заберем. Так, тут еще 10 тысяч. И тут еще... А, тут 2,5. И тут десятка. Итого. Так, новая краска на тачку. Так, 6 тысяч монет в плюсе, еще 20 тысяч. Ну, слушай, того 150 тысяч мы уже набрали. Плюс этот сундук дает нам еще 50. 200 кусков, друзья мои, 200 кусков у нас есть. Так, всем привет. 200 тысяч, ну что 200 тысяч? Я не знаю, ребята, мне хватит вообще на какую-нибудь прокачку. Сейчас посмотрим, маслкар, да, ребят, хватает. 180 здесь требуется. И последнее, нам 230 надо будет тысяч для того, чтобы прокачать. Ну что, у нас новое лицо. Новое лицо, новое. Такой шапки будет. Такую вот куртку мы наденем. Штаны, штаны какие-нибудь вот такие, наверное. И в руки мы дадим жезл власти. Вот такой у меня сегодня будет гонщик, друзья мои. Так, у нас шахты, да, там начинается. Поэтому я беру раллийное авто. Так, что там за маслкар? Ну ты серьезно, ну нафига ты вот... Ну смотри, нормально, нормально проехали здесь. Отлично, первая гонка за нами. Опять же, не стоит забывать, что это только лишь первая гонка. Идеальный старт. Он всегда Диан... Как... Чё? Кто там? Диан Хуан Каргон? Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Родной, не надо, не надо против папы бычить, пожалуйста. Не надо. Что он там себе позволяет? Я тут, ребят, слишком... Слишком раненько нажал кнопку. Но да ничего страшного, я думаю, в этом не будет. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. Так. Идеально. Идеально тетя Мотя у нас проехала, так что все пучком. Шапка, конечно, у нее козырная на башке, тут уж не поспоришь. Кубок по скоростному спуску, друзья мои. Ну, у нас колеса здесь, в принципе, нормально. Я бы даже сказал, наверное, очень чересчур нормально, потому что... Воу, 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 лихач. Друзья, вы посмотрите, что делает лихач. Лихачит, как всегда. И вот тут я думаю, блин, где же мои крылья? Почему у меня нет крыльев, а? Почему у меня, черт подери, не было крыльев здесь? Ладно. На первый раз я прощаю этого лихача. Врежься, говнюк, кусок ты дерьма. Ну да, тут он перепрыгивает через все. Просто, ребят, перепрыгивает. А тут что у нас? Нафига ты так делаешь, ну, Рейчик, ну. Да, ну, и сфейлится на самом финише. Ну, это... Так, у нас еще гонка есть. Может быть, в этой гонке нам повезет больше, чем в остальных. Так. Хотелось бы мне в это, ребята, верить, но что-то как-то с трудом, по-моему. Ну ты-то куда еще лезешь? Ты откуда взялся, супостат ты вшивый? Но сгинул. Сгинул, я сказал, отсюда. Я там где-то споткнулся. Ну и какое место, ребята? Второе. Ну, слушай, второе место, это, ребята, неплохо, я считаю. Лихачу просто, ребята, повезло, что там... О, 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 монстр, 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 друзья мои.
Нифига, байк вырывается, монстр вырывается. Что за дела, а? Байку опять здесь. Так, а он, ребят, на этом. Он, представляешь, он на нитро шпарит. Нет, 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 нет. Давай, давай, родной. Да какого фига этот говноед лезет везде? Ну, скажи мне на милость. Ну, что он выпендривается-то? Вообще ненавижу эту машину, если честно. Просто на дух ее не перевариваю. А он тут, смотри-ка, он не щеголяет, как у себя дома. Фух. Так, я вниз. Байкер, разбейся. А нет, ребят, он... Он специально там снизил скорость. Так, у нас... На, ну я первый. Он там специально снизил скорость, чтобы, ребят, не вмазаться никуда. Так, ну а я, наверное, пожалуй, здесь возьму. А нафиг я ее взял? Я думал, что у нас пустыня, а тут на самом деле не пустыня. Тут у нас далеко, блин, не пустыня. Что ты еле едешь-то, крокатица, ну? Да в чем проблема-то, я никак не могу понять. Она больше летит, чем едет. Конечно же, надо же было в воду упасть. Ладно, здесь нам повезло. Байкер там сзади, я смотрю, наяривал. А, вот, все-таки. Все-таки пляж у нас тут есть, ребят. Хорошо, давай посмотрим. Да-да-да-да-да. Он свое вкусил, ребят. Ты посмотри. Ой, тихо. Ну, вроде бы норм. Вроде бы норм, друзья мои, да. Приехали на финише мы первыми. И у нас теперь еще и город. Честно говоря, не особо помню, какой тут городишко. Ядрен матрен, а? Повезло. Не-не-не-не-не-не-не, он там летит уже. На крылья счастья, конечно. Так, я тебе и уступил первое место. Так, нам здесь ничего не выпало. Здесь тоже ничего хорошего. И здесь тоже ничего хорошего, друзья мои. Кубок Штормрайдера. Хотя лучше бы, наверное, было бы на вертушке нам проехаться здесь. Наверное. Он маслкар, у него с крыльями. Смотри, он как будто специально, ребят, подготавливался к этой трассе. Ну да, да, да. Это как всегда, это, ребят, вечная проблема моей машины, что она врезается во всякую парашу, которую только может встретить на своем пути. И что же у нас тут? Ты гляди, что вытворяет. Ну, допустим. Эти вот прыжки, как бы, они мне сейчас не особо сильно здесь нужны были. Ладно, в этой гонке мы с тобой первое место заняли. Но я тебе скажу, что нам нужно как минимум еще одно первое место. Как минимум, ребят. Ну, естественно, конечно же. По всем фонтанам, ну, а почему бы и нет? Ах ты жук, вон, оказывается, на чем едет, ребята. У него нитро стоит. Да, тут чуть-чуть не хватило, буквально капельку. Но я думаю, что второе место будет моим. Да, второе место мое. И что тут? Мы, блин, опять туннели. Опять, ребятушки, туннельчики у нас в очередной заходке. Не надо было, конечно, такую скорость здесь разгонять, ребят. Потому что, сам видел, прыжок еще этот не в тему.
Я допрыгнул, слава богу, я допрыгнул. Да не надо так. Два маслкара достали уже, если честно. Просто заколебали в доску уже. Серьезно тебе говорю, маслкары, блин, тупорылые. Причем они без крыш. И как-то еще... Так, подожди, здесь надо вот сюда вот попадать. Это я уже запомнил. Это я уже, друзья мои, запомнил. Так, ну а дальше просто сквозная гонка у нас идет. Споткнулись. Без... Воу, куда тебя занесло-то, вшивый? Так, поехали. Само собой, обвалун. Так, здесь аккуратнейшим образом по валунчикам прокатились. И вот он финиш. Как всегда на высоте, ребят. Так, сундук. Новая краска для моноколеса. Ну, спасибо. Вот чё-чё для моноколеса. Я в первую очередь хотел получить краску. В кавычках. Так, у нас пустыня, ребят. Поехали, попробуем. Ну, я, по-моему, в прошлый раз на таких же гонках, ребята, сфейлился. На вертушке. Что, он тут на лихаче решил? Ну, я не знаю, ребят, может быть. Может быть, у него и получится все. Но только после меня. И там еще и формула сзади, прикинь, наяривала. Там еще, ребятушки, и формула наяривала. Весь зачет в том, что у меня здесь есть крылья. Да. И за счет этих крылышков мы вырвались с тобой вперед. А вот это вот паршивенько, ребят. Хотя сейчас посмотрим. Романыч. Да, Романыч, лети в анус, пожалуйста. Романыч. Калыч. Так, магнит, ускоритель, дым. Подожди, что за трасса? О, ребят, подвесные мостики, все дела. А что я радуюсь-то? У меня же... Вертушка на подвесных мостиках не особо хороша. Вот из-за вот этого, ребят, вот из-за этих вот прыжков. Хотя здесь нормально. Здесь просто она короткая трасса сама по себе. Она противная, но короткая. Обожаю, когда вот это все, мы с тобой просто-напросто тупо пролетаем. И финиш. Я прям влетаю в него. Тоже была короткая трасса. Причем мы все это дело проехали с тобой поверху. Ну что ты там забуксовал, дрищ? Господи, ну что ты творишь? Ну ядрен ты, матрен, ну... Хорошо, первое место в любом случае. Ну вот это, конечно, гонка, да. Что-то как-то... Не задалась. Так, большой воздушный кубок. В принципе, здесь... А, тут вон, тут... Тут маслкар или лихач. Ну, лихачу тут, конечно, будет, наверное, комфортно. О, фига, у меня машину-то развернула. Смотри, лихач что вытворяет, ребят. Один только я ничего не вытворяю. Четвертым, блин. Так, а посмотрим, как здесь будет лихачить. Просто глянем. Ну, тут
правда за мной. И последняя гонка, опять же, у нас типа домик в деревне, да, все дела. Ну, лети, пташка. Лети, пташка. Тара-та-та-та-таран. Есть. Есть, друзья мои. Первое место. Как с куста. Гран-при, блин, Гран-при каньон. Тут придется мне брать. Слушай, у нее такая физиономия суровая у этой гонщицы, ты посмотри. Брови нахмурила как-то, я не знаю там. А вот лихачу, я не знаю, лихачу тут хорошо ли будет ему. Балбес. Просто, друзья мои, балбес. Есть. Да, его там, конечно, расплющил. Это нормально. Он прям впендрючился, ребят. Нейра, блин, что-то знакомо, Нейра. Ой, я-то думал, что слишком много думаем. Вот и все, вот он там, по-моему, ребят, где-то и встрял, да? Так, здесь не будем особо сильно прыгать. Ты посмотри, он сзади, друзья. Но не тут-то было. Он сзади там летал, подлетывал. Я же видел его физиономию. Так, у него там еще ускорение, что ли, было, я не пойму. У него с приземлением, он с идеальным приземлением ездит, что ли, да? Да, похоже. Я, наверное, вниз. Ух. У него машина там рассыпалась, я не знаю, в хлам, блин. Первое место все равно за мной. Щеглы. Что я могу еще сказать по этому поводу? Так, следующая гонка у нас. О! Друзья мои, магнитная цепь. Одна из самых мне нравящихся. Из самых необъяснимых и фейловых. Куда? Твою-то налево. Ты не мог ни доехать, ни перелететь. Блин, ты именно встал в бордюр. Ну как ты так мог, а? В идиотский бордюр, друзья мои. Ё-просто, это... Да, ну третье место, короче. Тут уж ничего не поделаешь. Если бы не то врезание. Начало-то было вообще шикарно. А потом он и не заехал на этот бордюр, и ничего. И... Я удивлен. Да как он выжил-то, блин, ну... Я про байкера говорю. Он там такой кульбит сделал, что там смерти подобны. Все, байкеру, по-моему, кранты. Опять же не первое место. Так, у нас 3 балла, ребята. У этого 3 балла, который впереди был спортивной тачки. И у меня 3 балла. Вот трипл, я имею в виду. У трипака у этого, короче. Сейчас будем смотреть. Все-таки чья и за кем правда. Е! А он вторым приехал, да? Он приехал третьим, друзья мои. Так что он курит бамбук. Так, Дизов, привет, привет, Дизов. Так, что у нас там дальше? Блин, дай-ка я, наверное, открою тут. Вот эти вот сундуки. Да ничего в них нету. Это обычные сундуки. В них, ребята, стандартные обычные награды. Милиш, опять шахты. Бил дебил, ребят. Ну действительно, тупорылая морда у него. Как мне называть его? Бил дебил. Оп, тихо. А тут в случае не одна ли гонка-то у нас? Трасса-то что-то больно знакомая для одной гонки.
По-моему, так. Но если одна гонка, то уже, ребята, у меня офигенное преимущество перед моими оппонентами. Главное лишний раз не размазаться где-нибудь об стенку, и все будет оки-доки. Прекрасно. Дамочка потеряла свой головной убор, но это ничего страшного. На скорость это, ребята, не влияет. На скорость влияет, если крышу у машины отрывает. Но, если честно, я особо не видел, ну, разницы. Так, что у нас тут? Я не понял, это болото или что? Зевс. Зевс очень часто, ребят, тоже мне попадается. И, по-моему, если не ошибаюсь, даже попадается постоянно на этом байке со своими ускорителями. Да, конечно, ага. Держи карман шире, уже там наяривает. Думаю, сейчас все у него получится. Блин, фига тут. Смотри, на пердушке летит. Да ты формула, ты оборзила, что ли, блин? Ну тут... Кто? Кто? Я. У формулы не хватило формулы меня обогнать. Нафиг я на тормоза-то по полной нажал. Нет, 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 нет. Ладно, ребят, все равно первое место у меня. Так, а этот у нас, на этот у меня не хватает. Да в плане еще шахты-то, да... 5 минут игры, ребята, 4 раза шахта, блин, попадалась. Ну как так-то? А лихач просто проскочил по этим камням, ребят, как будто их и не было вовсе. Прикинь? 3-е место. Офигенно. Офигенно прокатились. Сейчас будем смотреть, что у нас из этого получится всего. Зимбалер, вали отсюда, а, с своим зимбалером. Вот ези вот так вот. Чтоб тебе черти в аду жрали. Во! Так, уже оптимистичнее становится, ребята. Но это только начало, это только первая гонка. Так, смотрим. Хорош. Прям идеальненько, ребят. Так, а это у нас спуски вниз. Давай, дамочка в панамочке, наяривай. Есть. Ну что, 7 баллов, первое место, по идее, должно быть. Да? И заключительная, друзья мои, гонка. Я, наверное, прокачусь и на ней. Да. Так, нам тут главное не врезаться в курятник. А в остальном все будет чики-пуки. Вот он, курятник. Это был первый, там, по-моему, еще один будет. Нет, не здесь, значит. 2 курятника должно быть. Подожди, а с какого перепуга лес-то? Хм. Защита уже оторвалась у меня. Второе место. Ой, второй раз первое место, ребят. А, так тут 2 гонки всего лишь. Ну и все. Ну и все, друзья мои. Топливный. Так, Дизов, Рэй, нам нужен второй лидер. Мы не можем соревнования проводить. Да, я уже понял. Я уже понял, ребят. Сейчас глянем. Сейчас глянем, кто у нас... Вотер. Вотер. Тархун. Дизов. Илья Кабиров. Атака кота. Давай Тархуна. Тархун. Подожди, Легион.
Жалко, что не написано, когда он был. Продвигает Архуна и Юверта. Вот они вдвоем, пока пускай ребята рулят ситуацией. И надеюсь, что они нормально все сделают. Ты все... Друзья мои, а ключи, оказывается, сгорают. Я думал, что они копятся, а они сгорают. Вот такая вот фигня. Fly Guys, что за Fly Guys? Подожди. Ой. Fly Guys. Летающие парни. Ага. То есть тут надо, что ли, аккуратнее или... Или нужно больше в воздухе находиться? Я что-то не пойму. Если нужно, например, больше в воздухе находиться, то попробую вертушку взять. Подожди, он едет и подпрыгивает. Странно. Так, а там что, целый час нужно накатывать, что ли? Или как? Как вообще призы? Или докуда нам доехать надо? Мне непонятно, например, было. Пляж приключения. Новое событие. А машины у нас у всех одинаковые, что ли, я понимаю? Я выиграл? Да как эти прыжки-то делать, не пойму. Размазался по стенке, ребята. Он просто размазался по стенке. Так, Рэйчика, не дуркай, пожалуйста. И тут на изи прокатился. О, на супер дизеле, да плюс еще. Да. Сфейлился. Не могу, ребят, не хватает. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!